А мы начинаем наш концерт, и следующим номером нашей программы вы услышите песню из мультфильма «Веселые гуси». Музыка Купревича, а слова мне так и не удалось узнать, кто их написал, к сожалению. Исполняют эту песню учащиеся младшей группы и девочки постарше, но те, кто занимается у нас только первый год. Это Фролова Наташа, Утенков Гера, Морозова Настя, Горбунова Полина, Коблова Лиза, Хлопчина Яна, Акмаев Даня. По-моему, я всех назвала, да? Никого не забыла? А, самый главный участник у нас, который появился у нас только сегодня, это Даня Гриднев. Совершенно спонтанно он будет исполнять у нас сегодня роль бабуси в этой песне. Выходите, пожалуйста, все. Конечно, и Маша Картыкова тоже. Один серый, другой белый, два веселых гуся.
нас еще одна песенка из мультфильма. На этот раз мультфильм «Приключения Незнайки». Это будет мелодия «Кузнечик». Ее исполняют Фролова Наташа, Утенков Гера, Морозова Настя, Горбунова Полина и солист Ахмаев Даня. Звучит песенка неизвестного автора. Она называется «Неуклюжий медвежонок». Ее исполняют Горбунова Полина, Морозова Настя, Акмаев Даня, Кузнецова Даша, Фролова Наташа, Коблова Лиза и Хлопчина Яна. А сейчас прозвучит русский романс неизвестного автора. Надо сказать, что девочки Наташа Фролова, Настя Морозова, Полина Горбунова и Кардыкова Маша
решили спеть этот романс совершенно без моего участия, они придумали это. Вот. Я почти им не помогала, просто они вот пришли и сказали, что уже разучили этот романс. Но все-таки я им немножко помогу. Сейчас мы с Аней Дудаевой исполним песню «Человечек». Ты
теперь на сцену опять выходит весь наш коллектив «Аккорд». И мы споем песню, которая называется «Люди идут по свету». Музыка Розы Чинбарисовой, слова Игоря Сидорова. Вот такой у нас огромный коллектив. Представляете? Уже многие научились играть, даже не помещаемся уже на сцене. Сейчас выступает Трифонов Федор. А что он будет петь, он расскажет вам сам. Я спою песню группы Beatles «Yellow Submarine».
Галаган Настя, и она тоже самое расскажет вам, что она будет петь. Песню группы One Night Only, она называется Say You Don't Want. Don't make
Я не ждала тебя в октябре,
Ну что ж, это было чудесное исполнение. Мы все повеселились. А сейчас у нас прозвучит немножко классической музыки. Выступает Сухачевская Полина. Она сыграет вальс композитора Фортеа. Одно классическое произведение мы с Полиной сыграем вместе. Это будет дуэт. Мы сыграем цыганский танец в обработке гитариста-семиструнника Сергея Орехова. По-цыгански он называется «Мордянги», что в переводе означает «танцуй, девушка». Thank you.
Полина исполнит вам песню, о какой она сама расскажет. Я исполню песню группы Beatles Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl who wants so much, it makes me sorry. Till you don't regret a single day. Oh, girl. Я надеюсь, вы заметили, что чем больше ошибок, тем выразительнее у нас получается и веселее. А сейчас мы опять хором споем песню, которая называется «Москвичи». Музыка Андрея Ишпая, слова Евгения Винокурова. Огромной и виска с маховой.
сейчас на сцену выходит джазовое трио. Заходите, пожалуйста, и несите мне мою гитару красивую. Сейчас что-то будет невообразимое, я думаю, после всего того, что мы уже сыграли. Расскажу немножко пока про наше трио. Значит, в составе нашего трио Сергей Валерьевич, который поправляет сейчас микрофон, Сережа Киселев. Вот, он у нас вообще-то играет на разных инструментах, и на гитаре, и поет песни, еще он даже делает переводы бразильских песен на португальском языке. На все руки мастер. Но сегодня он у нас выступит в таком необычном для себя амплуа, он сыграет на барабанах, на ударных инструментах. Вот скажите, вы знаете, что это за инструменты, Сергей Валерьевич? Ну вот один из них барабан, понятно, да? Вы знаете, какой это барабан вообще? Это же барабан, который входит в состав ударной установки, там их много. Это малый барабан, а играет на нем Сережа щетками, а не палочками. А вот еще один ударный инструмент. Кто-нибудь может сказать, что это за инструмент такой? Да, это тарелки, но смотрите, они необычные. У этих тарелок есть педалька. Вот. Этот инструмент называется хай-хэт. Вы знаете, что такое хэт по-английски? Хэд – голова, а хэт – шляпа. А что такое хай? Это приветствие. Значит, этот инструмент снимает шляпу, да, как бы приветствуя нас. Покажи, как он работает. Вот так вот, да. Второй участник нашего трио Никит Киселев. Он учится играть на бас-гитаре у нашего замечательного педагога, который ведет у нас компьютерное моделирование и бас-гитару. Вы знаете, как его зовут? Никто не занимался у Евгения Валерьевича. Это Евгений Валерьевич Кузнецов. Вот. И сейчас вы услышите, чему Никита успел научиться с его помощью. Ну что рассказать? Во-первых, я думаю, нужно рассказать и показать, какая у меня в руках замечательная гитара, интересная. Это джазовая гитара, электрическая. У нее железные струны. И вы видите, какие у нее интересные прорези, да? Два хамбакера, это усилители звука, есть кнопочка для переключения, вот, переключение с одного на другой. Вот, играть я на ней буду медиатором, а не пальцами, поэтому смертельный номер. Так. Сейчас мы вам сыграем джазовый стандарт. А кто-нибудь вообще когда-нибудь слышал такое словосочетание «джазовый стандарт»? Или это впервые вы слышите такое слово? Джазовые стандарты – это старые популярные мелодии, американские, на которые джазовые импровизаторы исполняют свои импровизации по традиции. Вот сейчас мы сыграем один из таких джазовых стандартов, старую песню американскую, которая была популярна, наверное, в 30-х годах. Она называется «Sweet Georgia Brown». Джорджия Браун – это имя девушки. А «Sweet» – вы знаете, что это такое? Сладкое, да? Красотка Джорджия Браун. Thank you.
наконец, последнее произведение в этом джазе, в нашем стиле. На этот раз это будет импровизация на тему бразильской песни в стиле босса-нова. Босса-нова – это песенный жанр, похожий на нашу авторскую песню. Приблизительно в середине прошлого века в Бразилии, в 50-60-х годах, непрофессиональные поэты собрались в такой дружеский кружок, так же, как и наши барды, и стали исполнять свои стихи под гитару. А основой музыкальной для этих песен была музыка самбы, которая традиционна для Бразилии. Среди этих друзей профессиональным композитором был только один человек. Его звали Антонио Карлос Жобим. Это замечательный, талантливый композитор, благодаря которому босса-нова стала популярна далеко за пределами Бразилии. Сначала она попала в Америку, и джазовые музыканты подхватили ее, им очень понравилось. Они стали импровизировать, подыгрывать бразильским музыкантам. А потом эта песня стала звучать уже во всем мире. Сейчас вы услышите импровизацию на тему, которая называется «Гарота де Ипанема», что в переводе означает «девушка из Ипанемы». Ее автор Антонио Карлос Жобим этой мелодии. А Ипанема – это пляж в Рио-де-Жанейро.
Киселев on bass и Сергей Киселев on drums. И наконец, в заключении нашего концерта прозвучит наша последняя песня. И это будет песня Шута из спектакля «12-я ночь». Музыка Сергея Никитина, слова Шекспира в переводе Давида Самойлова. В завершении нашего концерта благодарность и внимание.